Футбол в сердце России. На Красной площади Владимир Путин забивал голы в ворота. Российская сборная готовится к воскресной битве с Испанией. Все температурные рекорды побиты в нескольких регионах России. Горячий африканский воздух и грозы. Жарко в эти дни и в Европе. Евросоюз под угрозой. Такие мнения звучат на саммите в Брюсселе, если Старый Свет не сможет договориться по мигрантам. Новый день на канале «Россия» начинают «Вести». Главные новости в студии Вера Тарасова. Здравствуйте. Начинаем с главной темы этого месяца. Чемпионат.